Великого скупая Лермонтов был создан на Кавказе. Там он встретился с одним ашугом, напевцом чувственным, который спел ему сказку, они пели сказки, они рассказывали, спел ему сказку о Шекере. И Лермонтов со своего переводчика записал эту сказку. А мы обнаружили в старинных крымчатских рукописях, которые мы называем джунки, мы обнаружили полный текст этой сказки. А Ши Гайбун Масалуби Туркшиньян. Заман Ильян был заман, да? Тавиш Ширинде был Эксиар Адам Баринш. О, Эксиар Адамның бір қарысы, бір қызы, бір оғылы Баринш.